значит, момент. Укусив, вы молодчина. Удача опасна. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Это было опасно. Товарищ Гусев, вы должны исправлять ситуацию. Блин, да что ж такое? Молодец, исправил. Товарищ Гусев, так держать. Избавляйте оборота. Молодец, Гусев. Опять спас всю команду. Опасно, опасно, опасно. Гусев, давай, давай, Гусев! Ай, блин, куда ж ты пас сделал-то, ёпарно, давай. У меня вот вопрос, почему Гусев-то? Насколько я помню, Ефимов нет. А, Ефимов. Да нет, это просто такой прикол. Мы как-то с ним... Есть, короче, такие комментаторы российские. Гусев и Уткин. Вот мы с ним как-то комментировали один из матчей. Он был Гусевым, я Уткин. Пас на Гусева делайте. Ну, почти. Ух ты! Чуть-чуть не повезло. Выброс из боковой. Андрей Баласов. Ух, какой момент! Гусев чуть-чуть не успел. Вынос до нашей штрафной. Здесь император на месте. Император выброс. Гусев головой переводит на Матрасау. С левого фланга. Мяч уходит. Руки натарис. Атака противника. Внимание. Вопрос. В смысле? Черт! Эти, давай, 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 жми! Ничего, молодец. Развил скорость 50 км в час. Выпни, пожалуйста, прямо. О, отличный пас. Линия. Влад, Гусев, Гусев, какой пас в одно касание. Жаль, что не прошел. Но борется, борется, молодец, Гусев. Отличный пас. Гусев сегодня заслуживает определенно похвалы. Вы не согласны? Определенно. Определенно заслуживает. После матча его нужно обязательно погладить. Какой рыжий. Вот этого рыжего, рыжего, вот этого. Он рыжий, у них еще и оранжевый цвета, это вообще. Там что, он сочетается с футболочкой? Вот я думаю, он ли выбирал эти цветы? Выброс мяча. Ай, нет. Нет. Это было ужасно. Ne, nemá číslo. Do toho mi modlí, nevím. Dopravou.